Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающего садовода-огородника. Каждый раз в начале такого видеоролика я повторяюсь, что буду описывать кратко все сорта, потому что выбор очень большой, в магазине новички теряются. Для того, чтобы вы, придя в магазин, на прилавке могли уже выбрать те сорта, о которых вы слышали, о которых вы немного знаете и которые подходят именно вам. Так как я проживаю в сибирском регионе, конечно, большинство у меня сортов сибирские. Это те, которые выносливые, те, которые в любых регионах могут выращиваться и давать хороший результат. Вот следующий сорт у меня — сибирское яблоко. Хороший, такой очаровательный плод у него. Сейчас мы прочитаем, а потом я вам расскажу про него, потому что я его выращиваю. Извиняюсь за темные пятна, это в огороде я их когда там ношу, сравниваю описание с реальным плодом. Конечно, они за лето у меня измазываются. Томат «Сибирское яблоко». Новинка. Среднеранний вкусный урожайный сорт с красивыми плодами, жемчужно-розового цвета. Созревание первых томатов на 115 день после полных всходов. Растение высотой 1,5-1,8 метра. Обильно нагружена округлыми ровными 200-граммовыми плодами. Цвет плодов белесый, в технической спелости, в стадии биологической спелости жемчужно-розовый. Томаты плотные, мясистые и длительно сохраняют товарные качества на кусте и в процессе хранения. Высокое содержание сахара, витамина С определяют великолепные вкусовые качества этого сорта. Дегустационная оценка экспертов 4,8 балла. Рекомендуется для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Средняя урожайность товарных плодов 9 кг на метр квадратный. Три растения высаживать на 1 метр. Сейчас я расскажу вам, чем они отличаются от других, например, томатов. Вот сибирское яблоко, оно действительно, там написано было, что будет весь куст увешан стандартными плодами. Если вот на других, на некоторых сортах, например, ну с бычьим сердцем сравним, у них на первой кисти очень большие плоды, потом мельче, и ну кверху они совсем мельчают плоды, то сибирское яблоко, вы удивитесь, что они плоды почти все, куст равномерно, ну как, плоды почти одинакового веса. Вот оно внизу такое яблоко висит, и в середине они такого же, и выше такого же размера. Они как бы стандартные, действительно, размером с яблоко 200 грамм, это вот такой средний размер крупного томата. Они очень красивого цвета, они никогда не бывают ярко-красные, а именно, вот как написано, какие-то жемчужно-розовые. Такой нежный цвет, неповторимый. Обычно у нас томаты или малиновые, или ярко-красные, там, или желтые. Этот цвет необычный, он вот такой с жемчужным отливом, и даже иногда кажется, что как будто бы он не дозрел, но это зрелый будет у вас плод именно такого цвета. Хоть сколько он будет висеть, он никогда не будет темно-красным. Он будет именно жемчужно-розовым. Ой, трясется пачка. Вот эти томаты очень урожайные. Еще их преимущество, естественно, то, что они могут вызреть в открытом грунте у тех, у кого нет теплиц, именно в холодных регионах. У меня в прошлом году они вызрели на огороде. Единственное, что у нас в том году град побил все плоды, перемесил нам там все. И многие плоды, которые были уже полузрелые, конечно, они пробились, эти дырки начали загнивать, но это к делу не относится. Это очень хороший сорт, красивые плоды и вкусные. Долго хранятся и урожайные, получите много томатов. Вот сибирское яблоко, это новинка, многие еще о нем даже не слышали. Попробуйте, я сама выращиваю и вам советую. До свидания, с вами была Ольга Чернова.